Как вы уже догадались, перед вами кардиограмма лотереи «Русский лото». Это результат серьезных двухлетних статистических наблюдений и научных изысканий. Когда вокруг все говорят о трудностях, переживаемых российской наукой, благодаря «Русскому лото» родилось и бурно развивается новое научное направление – лотография! Я рад вам представить пионера лотографии, будущего кандидата лотографических наук из Зеленограда Валерия Шадрова. Валерий Анатольевич, вы с какого тиража играете? Я играю с первого тиража. С первого тиража. Скажите, а вот вы вот с тех пор и ведете статистику? Да, с первого тиража я веду статистику. А вот с точки зрения статистики, я думаю, нашим зрителям будет интересно узнать, какие числа наиболее часто выпадали за эти 107 предыдущих тиражей. По моей статистике это числа 73, 17, 18, 4, 10. Я думаю, не торопитесь, запишите эти числа, вы будете их разыскивать, точнее, разыскивать билеты с этими числами следующих тиражей. Скажите, пожалуйста, а кстати, а вы сколько раз выигрывали сами? 12 раз. Вот, пожалуйста, это эффект нашей новой науки лотографии. Объясните, пожалуйста, что это за график? Этот график демонстрирует динамику спроса игры «Русское лото». Замечательно. А вот эти пики? Пики – это показаны праздничные тиражи. Это 8 марта, 23 февраля и новогодний тираж. Ну, видите, новогодний тираж. Впереди у нас новогодний тираж. Покупайте билеты 116-го новогоднего тиража. Там будет разыгран специальный огромный призовой фонд. Мы со 106-го тиража перестали разыгрывать джекпот, и всю накопленную сумму мы разыграем в новогоднем 116-м тираже, в специальном тираже невыигравших билетов. Ну что же, скажите мне, пожалуйста, я абсолютно уверен, что сегодня у нас появится новая координата на этом графике. Это координата 108-го тиража телевизионной игры лотереи «Русский лото», который мы начали в прямом эфире. Очень приятно, что в нашей сегодняшней тиражной комиссии ученые люди смежных научных дисциплин. Кандидат технических наук Юрий Анпилогов. Кандидат филологических наук Елизавета Исаева. Кандидат философских наук Сергей Найденкин. Ученые, друзья мои, помогите рождению новой науки. Внимательно осмотрите наш игровой снаряд. Он не хитрый, с 18 века в России. И тем не менее, мешок и 90 бочонков. Проверьте номера, все наличие всех номеров с 1 до 90. Потом основательно все, научно перетасуйте. А я тем временем передаю слово нашей компьютерной группе. Кандидат физико-математических наук Владимир Расторгуев. Кандидат в мастера спорта по шахматам Владимир Айзенштадт. И очаровательная Галина Афанасьева. С
В 108-м тираже принимают участие 1 212 171 купленный вами билет. Все непроданные билеты установленным порядком уничтожены по акту тиражной комиссии. Общий призовой фонд игры составил 3 миллиарда 30 427 500 рублей. Одну минутку. Все в порядке. Тогда я подставляю мешок. И мы желаем удачи всем, кто купил билеты 108-го тиража телевизионной игры лотереи «Русское лото». Ну вот, бочонки в мешке, а наши ученые друзья занимают места за столом тиражной комиссии. А я по нашей доброй традиции сейчас отправляюсь к игроку под номером 3. Сегодня 3 ноября 1996 года. Под третьим номером играет замечательный артист. Артист кино, режиссер кино, народный артист России Всеволод Шиловский. Спасибо большое, прошу садиться. Если вам не трудно, попробуйте перетасовать. Вот здесь самое главное не просыпать, и здесь немножко перетасовать. Все, вот я хочу вас спросить. Ну, если вы заметили, у нас такое чеховское оформление Бориса Краснова, такие осенние тона. Совсем недавно было отмечено столетие чеховской чайки. Я знаю, что вы имеете непосредственное отношение к Амхату. Замечательно рассказываете о амхатовских артистах. Вы играете в лото? Только честно. Никогда. Никогда. Ну что же, я рад, что сегодня у вас дебют. А вы вообще человек опытный на ниве искусства. Какие у вас планы? Какие у вас новости? Планы громадье. Готовлюсь к очень большой постановке «Царь Федор Иоаннович» по Алексею Толстому. Ну, замечательно. И там замечательная фраза, которая начинается, пьеса. На это дело крепко надеюсь я. Ну вот мы тоже очень надеемся крепко на наше дело, тем более с этого спектакля началась история Московского художественного театра. Но видите, сколько дебютов. Я желаю вам сегодня удачи в нашей игре. Вы у нас будете играть за нашим игровым столом. Посмотрим. Новичкам всегда везет. Народный артист России Всеволод Шиловский. В 108-м тираже. Играет билеты желтого цвета с надписью 108 тираж 3 ноября 1996 года 11:15 по телеканалу «Россия». В первом туре, как всегда, выигрывает билет или билеты, в которых раньше других будут зачеркнуты все 5 чисел любой горизонтальной строки. Такой билет или такие билеты претендуют на денежный приз в размере 30 304 200 рублей. Ну, а первый тур мы, конечно, разыграем с нашим ученым другом из Зеленограда, Владимиром Валерием Шадровым. Валерий Анатольевич, я прошу вас, мы начинаем игру. В первом туре зачеркивайте в своих билетах. Номер 41. Номер 41. Как часто выпадает этот номер? Бывает. Номер 68. Номер 68. Прошу. Номер 9. Айвазовский, 9-й вал. Номер 9. Прошу. Номер 71. Номер 71. Перетасуем. А как перетасовывание влияет на результаты? Номер 76. Номер 76. Игра продолжается. Игра продолжается. Прошу. Номер 50. Полста. Номер 50. Стоп, игра! Стоп, игра! Первый тур выиграли 2 билета. Выигрыш по 15 152 100 рублей. Ну, конечно, я прежде всего поздравляю Валерия Шадрова. Самое главное,
Я думаю, вы согласитесь. Самое главное, это первое счастливое число нашей сегодняшней передачи. Номер 50. Я прошу вас сюда. Номер 50 – это счастливое число нашей передачи. Вы сейчас будете получать призы. Во-первых, вы получаете путевку от нашего краснодарского представительства «Дары Кубани». Это путевка в Туапсинскую бухту. В оздоровительный комплекс «Белая Русь». Отдых на Черном море – счастливое число передачи. И это не все. Потому что от вас будет зависеть, какие игроки сейчас займут места за игровым столом. Будьте внимательны в студии. Вам предстоит вытащить 5 номеров из мешка. Зачеркивайте и эти номера в своих билетах. Прошу. Номер 60. Номер 60. Вот ваше место за игровым столом. Прошу. Номер 73. Номер 73. Прошу. Номер 89. Номер 89. Вот ваше место. Прошу. Номер 85. Номер 85. Ну, улыбнитесь хотя бы немножко. Вы же делаете доброе, хорошее дело для людей. Номер 49. Номер 49. За эту серьезную, очень полезную для игравших работу вы получаете мягкую игрушку от фирмы «Либерти». Счастливое число передачи! А мы переходим к игре во втором туре. Во втором туре выигрывает билет или билеты, в которых раньше других бы зачеркнуты все 15 чисел карточки. На моем демонстрационном билете это верхняя карточка. Такой билет или такие билеты претендуют на денежный приз в размере 60 миллионов 608 тысяч 500 рублей. Потрясающий женский коллектив. Я очень рад, очень приятно вас видеть за игровым столом. Ну что же, мы продолжаем игру во втором туре. Прошу! Номер 35. Номер 35. Прошу вас. Номер 88. Номер 88. Прошу вас. Номер 37. Тройка, семерка, туз. Номер 37. Прошу. Номер 43. Сталинград. Номер 43. Прошу вас. Номер 16. Кругом 16. Номер 16. Прошу вас. Номер 21. Мы с тобой два берега у одной реки. Номер 21. Прошу. Номер 23. Номер 23. Прошу. Номер 70. Ровно. Номер 70. 70. Ровно. Прошу. Номер 72. Номер 72. Прошу вас. Номер 17. Мгновение весны. Номер 17. Что-что? 17? Он сказал, что наиболее часто. А, одно из наиболее частых, часто появляющихся чисел. Ну вот вам наука, а вот вам практика. Практика подтверждает научные изыскания. Номер 32. Номер 32. Прошу. Номер 78. Номер 78. Прошу вас. Левый. Ну тут свои какие-то научные изыскания. Номер 44. Номер 44. Жили в квартире 44. Внимание! Внимание! Среди играющих билетов один билет имеет 14 совпадений из 15 в одной карточке. Ну что же, раз появился такой билет, значит, каждый ход может быть последним. Я должен вас предупредить, что если вытаскиваете счастливый бочонок, которым закончится игра во втором туре, вы получаете специальный приз от компании «Милан». Это кухонный комбайн «Мулинекс». Смело вперед за кухонным комбайном.
Номер 51. Великолепная пятерка и вратарь. Номер 51. Игра продолжается. Продолжается. Я ухожу. Может быть, вернусь. Да. Какие у вас отношения с кухонным комбайном? Великолепные. Великолепные. Сейчас мы их улучшим. Номер 53. Номер 53. Игра продолжается. Игра продолжается. Ну что же, я еще, может быть, вернусь. Теперь эта возможность у вас. Номер 48. Половину просим. Номер 48. По-прежнему лидирует один билет. Один билет. Конечно, тяжело в этот билет попасть. Но, тем не менее, все возможно. Номер 38. Петровка, 38. Номер 38. В группе лидеров по-прежнему один билет. Один билет. А все его догоняют. Прошу. Номер 82. Бабушка надвое сказала. Номер 82. Игровая ситуация не изменилась. Не изменилась. Ведь я же сказал, приду. Это вторая попытка овладеть кухонным комбайном. Номер 79. Номер 79. По-прежнему в группе лидеров один билет. Да что же это такое? Что же это за лидер? Номер 27. Номер 27. Лидирует два билета. Два билета. Ну, наконец, их стало двое. Два человека. С замиранием сердца ждут, какой номер вы вытащили. Это номер 3. Номер 3. Лидирует три билета. Ну, вы понимаете, что это такое? Сегодня какое число? 3 ноября. Это счастливое число нашей сегодняшней передачи. Вы получаете специальный приз от компании «Милан». Это магнитола «Сони». Счастливое число передачи. И сейчас вы должны вытащить одно письмо из этого лотка. Это точно такой же приз. Отправляется в город Калуга, улица Мичурина, дом 17, Курзинова Мария Гордеевна. Специальный приз от компании «Милан» магнитола «Панасони». А вопрос с кухонным комбайном остается открытым. Закроем. Номер 10. Чирик. Номер 10. По-прежнему лидирует три билета. Три билета. Теперь три билета, в которых 14 из 15 номеров зачеркнуты. Номер 86. Номер 86. Лидирует четыре билета. Четыре билета. Ну что же, здесь немножко легче, но тем не менее. Всего четыре билета, в которых 14 из 15 зачеркнуты. Номер 61. Номер 61. В группе лидеров шесть билетов. Шесть билетов. Если вы попадаете в эти шесть билетов, вы получаете специальный приз от компании «Милан». Номер 77, топорики. Номер 77. Лидирует 9 билетов. 9 билетов. Ну что же, ухожу от вас и возвращаюсь вновь к вам. Номер 57. Номер 57. Лидирует 15 билетов. 15 билетов. Продолжается игра во втором туре. Номер 12. Номер 12. 26 билетов в группе лидеров. Ну что же, возможностей стало больше. Прошу. Номер 14. Людовик 14. Номер 14. Стоп, игра! Стоп, игра! Второй тур выиграла два билета. Выигрыш по 30 миллионов 304 тысячи 200 рублей. Ну, подачи билет. Ну что же, конечно, в первую очередь поздравления тем, кто выиграл у экрана телевизора. Это замечательно. Огромная сумма, она вам пригодится. И, конечно же, мои поздравления вам. Вы выиграли специальный приз от компании «Милан». А с вашей легкой руки точно такой же приз отправляется в Сергиев Посад, дом 7, улица Озерная, Брисюк, Галина Ивановна. Специальный приз от компании «Милан». Кухонный комбайн «Мулинекс». Все игравшие за столом получают специальные призы от нашего самарского представительства «Лотоэс». Это шоколадный набор. Русское лото, же майки с логотипом телевизионной игры лотереи. Русское лото. Ваши аплодисменты всем, кто играл за столом. Номер 14.
Номер 14 – это еще одно счастливое число нашей передачи, потому что именно этим номером и закончилась игра во втором туре. Вы получаете специальный приз от компании «Мелан». Это тостер «Мулинекс». Счастливое число передачи. От вас, именно от вас, будет зависеть, какие игроки, какие номера сейчас займут места за игровым столом. И, конечно же, зачеркивайте и эти номера в своих билетах. Прошу. Номер 5. Номер 5. Вот ваше место, прошу. Номер 83. Номер 83. Ах, как волнуется девушка, как дрожит рука. Номер 63. Номер 63. Номер 63. Прошу. Номер 34. Номер 34. И последний, пятый игрок. Прошу вас. Номер 58. Номер 58. И, конечно же, мягкая игрушка от фирмы «Либерти». Счастливое число передачи. Как незаметно, мы уже в границах третьего тура. В третьем туре выигрывает билеты или билеты, в которых раньше других будут зачеркнуты все 30 чисел билета. Только такие билеты претендуют на денежный приз в размере 90 миллионов 912 тысяч 800 рублей. Именно с вами мы и разыграем этот огромный денежный приз в третьем туре. Ну что же, мы продолжаем игру за столом в третьем туре. Прошу! Номер 69 туда-сюда. Номер 69. Прошу вас. Номер 36. Номер 36. Прошу вас. Номер 56. Номер 56. Прошу вас. Номер 26. Номер 26. Перетасуем. А заодно я дам возможность вам улыбнуться. Номер 15. 15-летний капитан. Номер 15. Прошу. Номер 66, валенки. Номер 66. Прошу. Номер 31. Номер 31. Прошу. Номер 74. Номер 74. Прошу вас. Номер 87. Номер 87. Прошу. Номер 30, совершенно справедливо. 30 ровно. Номер 30. Если кто-то выиграет в студии, немедленно сообщите или мне, или моим ассистентам. Номер 80, ровно Олимпиада в Москве. Номер 80. Прошу. Номер 59. Номер 59. Прошу вас. Номер 25. Опять 25. Номер 25. Теперь ваш ход. Номер 65. Номер 65. Внимание! Внимание! Среди играющих билетов два билета с 29 совпадениями из 30. Раз появились такие билеты, в которых 29 номеров из 30 зачеркнуты, каждый ход может быть последним. Если вы вытаскиваете счастливый бочонок, которым заканчивается игра в третьем туре, вы получаете специальный приз компании «Мелан». Это телевизор Panasonic. Что, нет, не верите? Я вам это гарантирую. Но вы мне перед каждым ходом и все сидящие за столом должны сказать «да» или «нет». «Да», если вы уверены, что после вашего хода игра закончится. «Нет», если вы уверены, что после вашего хода игра продолжится, я пойду дальше. Если вы отгадаете и скажете точно, вы остаетесь за столом. Если нет, покидайте стол с утешительным призом. «Да» или «нет»? «Да». А почему вы не аплодируете? Вы уверены? Надеюсь. Вы надеетесь? Прошу.
81. Номер 81, девушка с веслом. Номер 81. В группе лидеров 3 билета. Нет, вы не угадали. Нет, вы покидаете стол, получаете утешительные призы. Мягкую игрушку от фирмы Liberty, которая, конечно же, утешит вас. Вы, да или нет? Нет. Нет. Вас так напугал предыдущий неудачный эксперимент. Номер 46. Номер 46. Лидирует 5 билетов. 5 билетов, вы абсолютно правы. Вы сказали нет, игра продолжается, вы остаетесь с нами за столом. Да или нет? Да. Да, да. Да. Да, да. Да. А они не аплодируют, они не понимают, как это трудно рискнуть такую минуту. Прошу, желаю удачи. Номер 47. Номер 47. Лидирует 8 билетов. Нет, вы не угадали. Утешительные призы от компании «Милад», нашего самарского представителя «Золотой С». И, конечно же, мягкую кружку от фирмы «Либерти». Ваши аплодисменты смелому игроку. Нет. Нет. А что скажет студия? Тоже нет. Тоже говорят нет. Номер 33. Номер 33. Лидирует 13 билетов. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Вы остаетесь играть с нами за столом. Это как понимать? Да. Нет, да. 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 Номер 84. Номер 84. В группе лидеров 20 билетов. А, и вы не угадали. Ну что же делать? И вы получаете утешительные призы от компании «Милан», нашего самарского представительства «Золотой С». Да или нет? Нет. Нет? А может быть, да? Телевизор. Ну, все кричат «да». Нет. Нет. Это ваше право. Нет, так нет. Номер 24. Номер 24. Стоп-игра! Стоп-игра! Ну, не третий тур выиграли 3 билета. Выигрыш по 30 миллионов 304 тысячи 200 рублей. Спасибо. Ну, не расстраивай. Нет, конечно. Обидно, да? Нет. Спасибо. Ну, не расстраивайте. Я вижу, что вы расстроились. Но все-таки это игра. Не расстраивайтесь. Получаете утешительный приз от компании «Милан». Вот он здесь с вами. Но, тем не менее, вы играли замечательно за столом. Вытащите еще отсюда конвертик. Это точно такой же приз. Отправится с вашей легкой руки в Ленинградскую область, Ломоносовский район. Деревня Гостилицы, Кужелева, Тамара Стенова. Тамара Стенова, не расстраивайтесь. И вы получаете утешительный приз от компании «Милан». Ваши аплодисменты! Ну что же, это игра, это игра. И сегодня этому номеру повезло. Номер 24, я прошу вас сюда. Номером 24 закончилась игра. В третьем туре вы получаете специальный приз от компании «Милан». Это кофеварка «ТФЛ». Счастливое число передачи. И, конечно же, мягкую игрушку от фирмы «Либерти». Счастливое число передачи. Ну что же, вот мы и сыграли 3 тура. А последующие туры со мной за игровым столом разыграет замечательная молодая певица, восходящая звезда российской эстрады, лауреат международного конкурса «Ялта-Москва-Транзит» Ирина Климова. И, конечно же, народный артист России Всеволод Шиловский. Я думаю, что, Всеволод, вы не будете против. Мы отдадим первый ход Ирине Климовой. Ира, прошу. Ой. Номер 55. Номер 55. Игра продолжается. Игра продолжается. Теперь ход ваш. Номер 6. Точка внизу. Номер 6. Стоп-игра. Стоп-игра. Выиграла 5 билетов. Выигрыш по 18 182 500 рублей. Вот. Теперь ход ваш. Итоги сегодняшнего тиража. Вы можете с ними ознакомиться в газетах «Труд», «Народная газета», «Есть работа», «Нужна работа», «Московская правда», а также в «Санкт-Петербургской газете «Смена» номер 39. Номер 39. Стоп-игра. Стоп-игра. Выиграла 5 билетов. Выигрыш по 24 243 400 рублей.
Вы с Ириной, между прочим, должны разыграть сейчас более 2 700 000 000 рублей. Номер один. Номер один. Стоп-игра выиграла 18 билетов. Выигрыш по 6 734 200 рублей. Вы участвуете в формировании самой выигрышной таблицы телевизионной игры «Лотерея Русское лото». Номер 64. Номер 64. Стоп-игра выиграла 20 билетов. Выигрыш по 6 060 800 рублей. Самая выигрышная лотерея России. Это наша игра. Номер 2. Номер 2. Стоп-игра выиграла 44 билета. Выигрыш по 2 754 900 рублей. Ну что же, девушки, прошу вас. Номер... Что такое? Номер 45. Это счастливое число нашей передачи. Номер 45. Стоп-игра выиграла 67 билетов. Выигрыш по 1 809 200 рублей. Номер 45. Это счастливое число нашей передачи, потому что адрес компании «Милан», дирекция Русского лото, Ленинский проспект, дом 45. Вы получаете специальный приз для игрока, который вытащит из мешка счастливый счет номер 45. А фотоаппарат «Кодак». Счастливое число передачи. И, конечно, с вашей легкой руки точно такой же приз отправляется в... по адресу город Москва, улица Перовская, дом 40, Кузнецова, Маргарита Ивановна. Маргарита Ивановна, поздравляю, специальный приз от компании «Милан», фотоаппарат «Кодак». Прошу вас. Номер 7. Номер 7. Стоп-игра. Стоп-игра. Выиграла 128 билетов. Выигрыш по 947 тысяч рублей. Номер 29. Номер 29. Стоп-игра. Выиграла 224 билета. Выигрыш по 541 тысячи 100 рублей. Номер 67. Номер 67. Стоп-игра. Выиграла 336 билетов. Выигрыш по 450 тысяч 900 рублей. Номер 40 ровно. Номер 40. Стоп-игра. Выиграла 510 билетов. Выигрыш по 356 тысяч 500 рублей. Номер 90, дедушка. Номер 90. Стоп-игра. Выиграла 648 билетов. Выигрыш по 420 тысяч 800 рублей. У вас там отмечают? Ну, конечно. Вот что значит режиссер, организатор творческого процесса. Уже там у Всеволода Шиловского проверяют ему билет на месте. Номер 13. Номер 13. Стоп-игра. Выиграла 1658 билетов. Выигрыш по 201 тысячи рублей. Номер 54. Номер 54. Стоп-игра. Выиграла 2208 билетов. Выигрыш по 178 400 рублей. Разыгрывается последний тур. Ну что же, последний тур. И вновь. Мне сегодня везет. Да, везет сегодня, Ирина. Номер 22. Утята. Номер 22. Стоп-игра. Выиграла 4069 билетов. Выигрыш по 119 тысяч 100 рублей. На 79-м ходу игры призовой фонд разыгран полностью. Есть выигравшие. В мешке осталось 11 бочонков. Мы сейчас это непременно проверим. Есть выигравшие в студии. Замечательно, покажите. Номер 15 в студии выиграл. Поаплодируйте. Ну что же, уважаемые члены тиражной комиссии, наши ученые, друзья. Ну что же, я прошу вас убедиться в том, что в мешке осталось именно то количество бочонков. Мы сейчас назовем эти номера. Эти номера, естественно, зачеркивать не надо. Это номер 19. Номер 19. Номер 18. Номер 18. Ну вот смотрите, хотите верьте, хотите нет, да? Именно эти номера. Номер, и называл наш ученый-сотоварищ. Номер 52. Номер 52. Номер 75. Номер 75. Номер 62. Номер 62. Номер 4. Номер 4. Номер 8. Номер 8. Номер 20. Номер 20. Номер 42. Номер 42. Номер 11. Номер 11. И номер 28. Номер 28. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11. Все в порядке. Я благодарю вас за участие в нашей передаче. Благодарю вас. Благодарю вас.
вручаю вам специальные призы от компании «Милан». И вам аплодирует студия. Ну что же, дорогие мои, впереди Новый год. Он приближается. И я вам от души советую купить билеты 116-го тиража телевизионной игры «Лотерея Русского Лото». Поэтому вы видели наш график. Намечается очередной пик. Призовой фонд будет огромен. И в этом тираже мы разыграем специальный тираж для невыигравших в предыдущих тиражах билет. Ну что же, каждое воскресенье в 11:15 мы ждем вас на телеканале «Россия». А сегодняшнюю нашу передачу 108-го тиража телевизионной игры «Лотерея Русского Лото» завершает восходящая звезда российской эстрады Ирина Климова! Словно звезды сиянье глаз, и они нам сказали.